Морковь по-мароккански. Делюсь интересным рецептом из моркови. Морковь по-мароккански – это пряная, остренькая закуска. Берите на заметку идею. Сладковатая и немного пресная морковка превращается в нечто вкусное оригинальное благодаря заправке. Такое блюдо можно подавать как гарнир. Ингредиенты. Морковь 2-3 штук. Чеснок 1-2 зубчиков. Соль 1 дробь 2 чайных ложки. Красный винный уксус 30 мл. Оливковое масло 30 мл. Тмин 1-2 чайных ложек. Петрушка 1 дробь 4 пучка. Количество порций 2-4. Подготовьте все ингредиенты. Морковь помойте, очистите и нарежьте на ломтики средней толщины. Отварите морковь в кипящей подсоленной воде 5-6 минут до мягкости. Затем слейте воду. Очистите и порубите чеснок, Добавьте соль и разомните его в пасту. Добавьте уксус, растительное масло и тмин. Соедините горячую морковь, мелко порубленную петрушку и чесночную пасту. Перемешайте, оставьте на 2-3 часа в холодильнике. Морковь по-мароккански готова, приятного аппетита!